Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск. Остановка Ленинского комсомола. Давайте смотреть новинки вместе. Смотрите, какие у нас появились банки с трубочкой в виде ананаса. А на вид очень красивая, но на ощупь такой дешевый пластик. Такой градиент с розовым на голубой переходит. Так, конечно, задумка интересная, но пластик дешевский. Мне не понравилось. Тем более за 199 рублей. 800 миллилитров. Привезли новые красивые подушки. Кругленькие. Разных цветов. Даже красненькие есть. За 199 рублей. 40 сантиметров в диаметре. Состав полиэстер, полипропилен. Очень красиво. Еще новые подушки. Это уже квадратные на стул. Тоже за 199 рублей. 40 на 40 сантиметров. Синенькие, а с другой стороны молочного цвета. Как шубка. С двух сторон завязочки. Я не знаю, будет липнуть. Мне кажется, будет, уже вот все липнет. Так, посмотрим, что там. Полиэстер и полипропилен тоже. В октябре изготовлено этого года. Такая мягкая-мягкая. Интересные светильники светодиодные. Батарейки 3 АА. Мишка. И почему-то дизайны постоянно кактусы, фламинго обязательно. Почему? Вот и до фламинго добрались. Мне кажется, будет хорошо светить. А еще одни LED-светильники. Батарейки ААА, две штуки, в комплект не входят. Состав МДФ, ПВХ, полипропилен. Такой единорожек, котенок. Индеец. Лама. И такой единорог. Эти копилки очень хорошо смотрятся. Зима не за горами. Привезли лопатки штыковые. И привезли вот такие совковые. Ручкой, штыковые без ручки, а эти с ручкой откапываются. Сейчас посмотрим. Так, лопата 199 рублей. Изготовлена из дерева, полипропилена и углеродной стали. 199 рублей. Тряпочки для уборки. Яркие. Разные расцветки за 55, но уже тоненькие, эти тоненькие, розовые потолще, а эти все уже тоненькие и какие-то чересчур яркие. Торт праздничный, игровой, светится, играет музыка от 6 лет. Приглашай на чаепитие своих друзей. Тортик можно разрезать на 6 частей. Батарейки как заменять здесь. И что входит? А это у нас что? Игровой набор. Питомец в переноске. Ах, там вон кто-то сидит, смотрите. Как здорово. Тоже за 199 рублей. Я вот даже не могу сказать, кто там сидит. Котенок, что ли? А здесь? Квартормашками. Здесь, по-моему, собачка. А здесь тоже котенок. Здорово, что-то новенькое.
деревянная открытка, сберегательная книжка за 77. Поздравляем и пожелания. Сделано в России. Материал ЛХДФ, картон. Отличные косметички. Разные расцветки. Внутри на подкладке. За 99 рублей. Шампунь органик. Для повышения густоты волос с экстрактом чеснока. Вот это да. Уже и чеснок добрался. А цена довольно-таки маленькая для такого объема. 480 миллилитров 55 рублей. Я считаю, очень дешево. Крем-масло для рук и тела 100 миллилитров. Манго. За 99 рублей. Еще есть макадами. И моринга. Смягчающий крем-масло для рук и тела. 100% натуральный. $99. Бальзам для тела. Растирка. Простуди нет. С камфорой и эфирным маслом эвкалипта. Состав. Способ применения. Не содержит парабенов и красителей отдушек. $99. Лосьон противовоспалительный, болтушка силициловая, антибактериальный комплекс, подсушивает прыщи, устраняет угревую сыпь. Лицо без проблем. 25 миллилитров 51 рубль. Информация, кому надо. И такой крем с маслом конопли. Крем для рук. Сос-уход за кожей. Для чувствительной кожи. Устраняет сухость и шелушение. 55 рублей 85 миллилитров. Кому понравилось? Опять новое средство для мытья посуды. Бамбуковый уголь. Литр 200 за 55 рублей. Я разочаровалась во всех вот этих гелях. Но все-таки Фэри лучше. По крайней мере, пока для меня. Крем с микрокристаллами. Легко удаляет 100% грязи. Формула распознавания грязи. Лимон. Легче смывать. За 55 рублей 230 миллилитров. Книги. «Мир глазами кота Боба» за 99 рублей. «Уличный кот по имени Боб». И еще очень-очень даже много. Детские и далматинцы, и Маугли, и волшебная принцесса, и сказки. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик.
А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.